В центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся конгресс «Сфера» в рамках 15-го международного навигационного форума. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подчеркнул важность проекта комплексной многоспутниковой системы «Сфера». «Сфера» — это заявка на полную независимость нашей страны в вопросе обеспечения народа нашего, нашего бизнеса и государственных органов власти — всеми космическими сервисами. В начале апреля правительство России одобрило федеральный проект «Сфера». Инновационная спутниковая система даст не только технологический, но и экономический прорыв для нашей страны. В рамках проекта «Сфера» на орбиту будут выведены несколько сотен спутников. В систему войдут около 10 различных видов аппаратов. Одни из них — спутники «Экспресс», а также «Марафон» для интернета вещей. В ближайшее время начнется выведение первых аппаратов серии «Скиф» для широкополосного доступа в интернет. Они будут обладать уникальной орбитой высотой 8000 километров. Для бизнеса сегодня крайне важная задача – это мониторинг инфраструктуры. Вот почти 40 миллиардов устройств к 2025 году будет подключено к интернету. Это то, что мы называем с вами интернет вещей. Это всевозможные датчики, контроль состояния опасных объектов, контроль движущихся объектов и так далее. На форуме «Навитех» Дмитрий Рогозин отметил укрепление сотрудничества с Китайской национальной космической администрацией по многим направлениям, начиная от спутников навигации и заканчивая лунной орбитальной станцией. Я приветствую участие в сегодняшнем форуме наших коллег из Китайской Народной Республики. Мы не сомневаемся в том, что то сотрудничество, которое зародилось между ГЛОНАССом и Бэйду, навигационными группировками, вполне может распространиться и на группировки связи, а также на людей. В будущем Китайская национальная космическая администрация будет придерживаться принципов равноправия, взаимовыгоды, мирного использования, гармоничных существования и развития, укреплять сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос». В рамках форума компания «Терратех» и система распределенного реестра заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены реализовать проекты с применением технологии распределенного реестра и дистанционного зондирования Земли, а также развитие орбитальных проектов на базе блокчейн-технологии. Конгресс «Сфера», безусловно, можно назвать центральным событием года Российской Федерации в области использования космических информационных технологий.